Здравствуйте всем, с вами Стокер. Многие задумывались, а как сделать свою игру? Можно сделать с помощью готового движка. Там, где уже есть всякие локации, все есть готовое, вам просто остается сделать карту, ну и можно приступать играть. Эта игра будет как наподобие первого Дума или Вольфенштейна. Есть движки посложнее, там нужно самому все создавать, саму игру, саму локацию, тому подобное, все что касается игры. Ну допустим, как Unity есть. Конечно, это сложно делать, и нужно будет разбираться, и можно и в таких программах сделать игру. Но если вы хотите с чего-то начать более легкого, то есть выход, и сейчас я вам покажу, как сделать игру с помощью программы для презентаций PowerPoint. Для начала вам нужно зайти в PowerPoint. Я уже зашел, это 7-я версия, можно от 7-й версии и до самой последней. Не знаю, какая самая последняя версия. Заходим, открываем, удаляем все, что есть на странице. Вот так вот, раз, удалить. Все, удалили. Теперь создаем еще одну страницу. Я вам сейчас буду показывать лабиринт. Можно сделать игру и тут и посложнее, 2D сделать, всякие логические и тому подобное. Но я вам сейчас покажу игру лабиринт, как сделать. Вот, сделали страницу и первая страница меню. Видите, где мой курсор? Вот сюда нажимаем, квадрат, берем этот квадрат. Растягиваем по всей странице. Здесь сверху экспресс стили нажимаем. И можно выбрать какой-нибудь цвет. Ну, давай выберем. А, пускай синим у нас здесь и будет. Кстати, если мы сейчас посмотрим предпросмотр, мы увидим, что не на весь экран. Как сделать на весь экран, а не квадратный вариант? Нажимаем дизайн и выбираем параметры страницы. И у нас теперь параметры страницы. У нас сейчас стоит экран 4:3. Можно сделать тут 16:9, 16:10 и тому подобное. Делаем 16:9 и сохраняем. Теперь у нас 16:9. Смотрим. И видим, что картинка на весь экран нам подходит. После того, как сделали разрешение, делаем меню на первом слайде. Заходим в главное и выбираем снова квадрат. И делаем меню. Давайте будут квадратики. Делаю играть и выход. Все. Вы можете еще сделать описание, громкость. Будет переходить на следующий слайд. Сейчас покажу, как это сделать. И там уже будет или меню, громкость, или описание, или еще что-нибудь, то, что вы придумаете. У меня только лишь будет игра и выход. Давайте еще такой же сделаем. Еще один такой квадрат по таким же размерам. Делаем его чуть-чуть ниже. Где-то вот так. Ну, если честно, можно сделать вот так на самом деле. Зальем их другим цветом, допустим, красным. Вот. И напишем игра, а здесь выход. Игра. Можно его выделить, сделать шрифт чуть-чуть поменьше размером, 16. А здесь выход. Все, тут уже 18 шрифт у нас стоит. Можно цвет поменять, делать ничего не буду, так вот и будет. Предпросмотр и посмотрим. Нормально, подойдет. Теперь нам нужно перейти на второй слайд, чтобы вот эта вот кнопка с надписью «Игра» переходила на следующий слайд, а вот кнопка «Выход» ходила нашей игры. Давайте это сделаем. Можно нажать правой клавишей, и вот здесь будет гиперссылка. Нажимаем, и у нас переходит вот сюда. Но я вам буду советовать по-другому. Это так в 7-й версии. Начиная с 10-й версии, сразу же переходит. Сейчас я вам покажу, куда. Нажимаем «Вставить». И вот у нас гиперссылка и действия. Нажимаем «Действие». Делаем по щелчку. Здесь вот по щелчку, здесь вот по наведению. Ставим по щелчку. Выбираем слайд. У нас только 3 слайда, и на второй слайд должно переходить. Можно еще звук поставить. Звук просто щелчок будет. И второй выход, просто выход. Сделаем завершить показ. Все. Ну, можем сделать щелчок. Щелчок. Все. Теперь давайте посмотрим. Нажимаем игра. Был щелчок и перешел на следующий слайд, он у нас пустой. Если нажмем выход, то выйдет. Делаем следующий слайд. Заливать сейчас фон не буду, чтобы тратить время. Выбираем кружок, ставим его, ну, допустим, вот здесь вот. И делаем его красным цветом. А для чего это надо? Если мы сразу же перейдем на следующий слайд, где мы будем строить уровень, то у нас курсор, ваша стрелка, окажется посередине слайда. А курсор будет отвечать за вас. Это вы курсор. А если сделаем слайд с кружком, куда нужно будет нажать, то именно курсор окажется в том месте, где и мы нажали этот кружок. Ну вот тут кружок. Можно написать, нажмем
жмите сюда. Делать не буду, просто сделаю кружок. Давайте сам уровень строить. Возьмем, зальем, выберем цвет какой-нибудь, допустим, серый. Нажимаем снова квадрат, теперь построим уровень. Допустим, вот так будет у нас. Дальше мы берем, делаем, берем еще, делаем вот так. Дальше мы берем, надо чуть, ладно, давайте сначала сделаем, потом уберу. К примеру, вот так, будет чуть открываться, дабы можно было пройти. Дальше вот так, дальше, допустим, к примеру, так. Ну и это тоже можно, конечно же, растянуть. Допустим, все, уровень, в принципе, я построил, тут чуть поменьше. Главное его просто показать. И здесь у нас будет уже конец. Можно сделать квадратик, это будет обозначать, прошли уровень. Сделаем его красным. Заморачиваться сейчас я не буду. Сделаем еще один слайд дополнительный. Сделаем два дополнительных слайда. Здесь нам не надо, и здесь нам тоже не надо. Первый слайд это будет «Вы проиграли», а второй слайд это будет, ну допустим, «Вы выиграли». Вернемся к самой игре. Я вам сейчас я покажу фишки, которые можно сделать. Можно еще сделать такое препятствие «Двигалось». Давайте создадим, ну, к примеру, вот такой вот квадратик. Вот такие вот будут у нас прямоугольники. Как сделать, чтобы они двигались? Заходим в вкладку «Анимация» и нажимаем «Настройки анимации». Кликаем на прямоугольник «Добавить эффект». И нажимаем «Путь перемещения». И у нас должно идти вверх. Точнее, это у нас должна идти вниз. Следующая вверх. Вот. Вот, и мы видим, что она у нас ушла. Но ушла она очень и очень далеко. Берем и подтягиваем ее, делаем меньше, вот так. Она у нас, во-первых, всего лишь один раз идет, и по щелчку мыши надо сделать предыдущим. Со всем слайдом она будет двигаться, пока слайд не закончится. Нужно сделать помедленнее, медленно. Очень медленно, среднее, ну давайте, допустим, медленно сделаем, ну, нормально, подойдет для показа. И сделать ее время до конца слайда. Теперь она будет полностью двигаться. Я еще пока не научился делать, чтобы она влево-вправо, потому в одну сторону. Эту тоже самое, только в другую сторону, вверх будет она двигаться. Это очень много, сделаем поменьше. Где-то вот так. Так, время где-то медленно будет идти. И сделаем время до конца слайда. И теперь делаем самое главное. Кнопка завершения игры. Делаем, чтобы она ходила на четвертый слайд. А рассказывать как не буду, вы это уже и так знаете. Ранее только что я вам это все показывал. Так, нажимаем ОК. Выбираем аплодисменты. Звук. Когда мы будем доходить, у нас будут аплодисменты. Можно сделать по нажатию, а можно сделать по наведению. Давайте для интересной игры все-таки я сделаю по наведению. Четвертый слайд. Аплодисменты. Все готово. На четвертом слайде, так, главное, даже заливать фон не буду. Вот так вот и сделаю. И напишу «Победили». Вот. Можно сделать каким-нибудь цветом другим. Давайте это и сделаем. Допустим, красным будет «Вы победили». Шрифт 28. И красным. Можно даже шрифт поменять. Вот так вот получше будет. Вот «Вы победили». Делаем еще здесь тоже. Это выход. «Вы победили» и выход из игры. Выход тоже сделаем красным цветом. Размер шрифта. Вот, допустим, так. А здесь будет слайд «Вы проиграли». Сделаем красным, сделаем 24, сделаем жирным. И вот здесь будет написано «Попробуйте еще». Будет переходить снова на игру. «Попробуйте еще». Делаем то же самое. Красный шрифт, 20, и делаем его жирным. Теперь делаем на них гиперссылки. Во-первых, «Вы победили». Здесь у нас будет гиперссылка. В данный момент не будет гиперссылки, потому что если был бы еще один уровень, нажимаем и переходило бы на следующий слайд. Мы сделаем только выход. Ну а выход просто завершить показ. Здесь делаем «Попробуйте еще». «Попробуйте еще» переходим на слайд. Слайды. И переходит оно на второй слайд. И мы снова начинаем все заново. Здесь кружок переходит нам на третий слайд. Третий слайд тоже щелчок. Все, посмотрим, совпадает. Немножко не совпадает. Надо сделать вот так. Теперь вроде совпадает. Давайте даже проверим.
Нормально, пойдет. А теперь, игра еще не закончена, потому что стенки просвечиваются, вот только лишь выигрыш работает. Мы должны на них поставить гиперссылку. Нажимаем вот сюда, все это делаем. Слайд. Вы проиграли. Это пятый слайд. Ну и можно какую-нибудь комета. Давайте комета будет. И вот так нужно сделать все ограждения, на все сделать гиперссылку. То думаю, все вам показывать не буду, в принципе, аналогично. Ну вот так вот это все и происходит. Ну так вот делаются все ограждения. Все закончил, игра сделана. Давайте проверим, правильно ли я сделал. Первая страница, здесь у нас игра и выход. Нажимаем игру. После этого переходит на слайд кружком, куда мы должны нажать, когда мы будем делать полноценную игру. Можем подписать, нажмите сюда, как-то украсить, фон поставить. Я сделал, чтобы это все по-быстрому. Нажимаем на красную кнопку, теперь проходим игру. Смотрите, если я сейчас проиграю, переходит на страницу, написано «Вы проиграли». Попробую еще. Нажимаем. И снова переходит страничку на эту же, кружком нажимаем и проходим. Решил сделать игру чуть-чуть полегче, потому что сделал ее, на мой взгляд, сложную. Сейчас не хочу делать кучу попыток проходить ее, сделаю ее полегче. Попадаем в выход. Выиграли, и тут у нас выход. Ну, в общем, все. Так можно сделать игру «Лабиринт». Я вам показал, Азам научил в PowerPoint, и думаю, у вас получится все. Как я сказал, можно делать любые игры, лабиринты, логически, 2D игры даже, любую игру на ваш вкус. Хочу я вам порекомендовать свою игру «Лабиринт». Идете в моей группе, внизу ссылка в описании. Правда, бета-версия, там всего 5 уровней, но я ее доработаю, планирую сделать 10 уровней. А также сделал игру «Найди предметы на работу». Там очень легко и просто. Заходите на локацию, картинка, там есть картинка магазина, офиса и многие другие. Нужно найти 5 предметов. И тоже игра интересная, на мой взгляд. В моей группе будет ссылка внизу в описании на мою группу. Ну, в общем, все. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. А также заходите на мой лайв канал, на мой канал Стокер Шоу. Ну, в общем, все. Всем пока. До следующего видео. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится.